В Иркутской области полицейский бегом догнал автомобиль с нарушителем. Инцидент произошел в Зиминском районе. Местные жители сообщили в полицию, что по городу ездит неадекватный водитель, нарушая правила и создавая угрозу. Требования инспекторов об остановке водитель иномарки игнорировал. Лейтенант полиции Евгений Аксенов выбрал момент и догнал машину нарушителя. Водителя и еще трех пассажиров задержали. За езду в пьяном виде мужчину привлекут уже к уголовной ответственности, так как это не первое его нарушение.